Так, черепашка. Море, естественно, враг человека, любой паромщик это знает. Ладно, давайте лучше обезьян помочь им. О, смотрите, там что-то было. Критический удар. То есть надо выбирать время, что ли? Ну-ка. Какая черепаха. А, нет. Ну, черепашку мы тоже завалим. Сырое мясо. О, сырое мясо-то точно валить надо. А, Пэтти стоит? Пэтти. You? But you're alive. You bastard. I thought you were dead. What the? Какого? Офигеть. Да блин, мы через столько прожили, а ты вот так вот. Пэтти, да нафиг, я не хочу тебя вообще брать. Черт, не может быть. Ты же умер. Знаю, и все же я здесь. Но я сама тебя похоронила. Мне просто объяснить. Да уж, хотелось бы услышать, как ты это объяснишь. Давай идем. А, и все, давай идем. Я утратил душу. Ну да, конечно, я всегда это знала. Нет, послушай, это серьезно. Преисподняя затягивает меня. У меня осталось мало времени, даже не знаю сколько. Я всего лишь ходячий труп. Не мели чепухи, братишка. Ты стоишь передо мной живее всех живых. Так, черт, замолчи. Я знаю, это нелегко понять. Поверь мне, это так. Поверь мне, это так. Я и сам с трудом в это верю. Душа плюс один, видите? Я должен снова обрести душу, или меня ждет судьба худшая, чем смерть. Ладно, но как? Я пока не знаю, но обязательно узнаю. Мне может понадобиться твоя помощь. Конечно, отныне я буду рядом, куда бы ты ни отправился. Где твой корабль? Как ты попала на Килу? У меня есть шлюп. Надо же! Целый шлюп! Знаю, но больше у меня ничего нет. Тогда я подожду здесь, на Киле, пока ты не добудешь приличную посудину. На этой крошке. Ты что, издеваешься? Ты... Что это за... Что это такое? Я ничего не понимаю. Тебе это подавай, то подавай. Да ну тебя нахер! Что за говно? Как ты попал на Килу? Ну, когда я похоронил тебя на крабовом берегу, я отправилась на Токаригу. Но чертовы тени были повсюду, уже их, кстати, нет. Они едва не нагнали нас, но мы никогда еще не видели, чтобы Бу со своими ребятами... Почему ты не осталась с Бузом и его командой? Буз? И думать забудь. Во время пути он захватил командование. Но когда мы сошли на берег, стало еще хуже. Один отправился ночью в пещеру и не вернулся. Еще один просто таращился на меня и повсюду ходил следом. Другой баба просто торчал у костра и нес колесицу конца света. На маленьком островке в дальнем конце бухты... Та-та-та, господи, как же задолбали твои диалоги. Пусть доставил тебе немало неприятностей, да... Ты отдала наш старый корабль людям Буза? Я сказал, мне нужно было сбежать. Мне плевать было на этот проклятущий корабль. Буз доставил тебе немало неприятностей, да? Ну, если бы этот ублюдок был один, сейчас все было бы по-другому, но это уже не важно. Меня постоянно бесит кое-что еще. Расскажи мне. Угадай, кто объявился на Киле? Нетерпение убьет меня. Ты помнишь эту скользкую мразь, которая продала нам карту сокровищ? Ту карту, из-за которой мы отправились на крабовый берег. Этот ублюдок на Киле. Его зовут Слим. Давай найдем его и заставим за все заплатить. Где прячется Слим? В этом вся проблема. Я слышал, что поймали туземцы. Поэтому поторопись, если хочешь сам с ними разобраться. Кио никогда не славил своей гостеприимностью. Возможно, он уже жарится. И воткнут пруд железный в его жопу, и жарится он на костре. Так что ничего мы не знаем. Давай идем. Сколько человек тебе еще нужно? Окей. Так, Бонс, я не хочу тебя... Так.
Тогда ладно, давайте... Ну-ка, если вернуться на корабль, да? Вот мы вернулись. Я просто не знаю... Блин, придется опять заново. Просто не знаю, Бонс останется там навсегда или нет. Вот что, я не знаю. Поэтому пофиг, давайте его на корабле оставим на всякий случай. Или все-таки... Вот я этого не знаю, поэтому как-то хочу предосторожность сделать. Насчет этих туземцев, да по-любому он где-то в клетке сидит. Скорее всего. Так, ракушечка. Тоже пригодится, все-таки стоит денег. А, вон она, появилась. Девица, красавица. Давай, идем со мной. Готова, Петти? Come on, let's go. Good. Хорошо. Быстро ты изменил свое решение. Ты же хотела вроде как, чтобы у меня был сначала корабль, только потом. Так, смотрите, тут какой-то остров. Нет, мы должны его обязательно разведать. Давай, иди сюда, обезьянка. Критический удар. В кокосом нас. Ах ты, гадкая обезьяна. Бросается еще, а? Ну, хоть кокосом, а не говном своим. Давай, когтистая. Когтистая, давай! Блин. Это вообще по фигне их убивать. А если мы и дальше будем прокачиваться, то вообще круто, наверное, будет. Так, ты кто такой? Леонард. Стоп, ты же... Не, ты не из этого отребья, верно? Аккуратнее, приятель. Кого ты называешь отребьем? Нет, я имел в виду пиратов, но неважно. Безумцы они, все безумцы. Лучше к ним не прижаться. Что делает? Что делать на этом острове человек вроде тебя? Я страж магов, ну и у меня важное задание. Я собираю для магов кристаллы. Да, занесло меня на этот остров. И вот как видишь, я по-прежнему здесь. Ага. И как, нашел кристаллы? Found any crystals yet? Sure. Целую кучу. Oh, damn it. Why am I telling you? Ай, черт, и почему я тебя Потому что я спросил. Yes, I know. Я знаю, но вообще-то не твое дело. Просто ты честный человек. Черт! Вот и отец всегда так говорил. Расскажи мне о магах. Извини, не могу. Маги сказали, что мне лучше помалкивать, не рассказывать никому ничего. Даже того, что ты собираешь кристаллы? Черт, сам видишь, вот поэтому и сказали. Не умею хранить секреты. Покажи мне свои магические кристаллы. А ты только этого и ждешь? Собираешь отобрать их у меня, да? Я думал, скорее о небольшой сделке. Ладно, вот что я предлагаю. Я дам тебе магические кристаллы, если поможешь найти мое снаряжение. Где ты свое? Можешь мне еще что-нибудь продать? Так, где ты оставил свое снаряжение? Я зарыл его у подножия горы на севере. Потом появились эти ужасные водяные твари. Нужно было спасаться. Пришлось бросить все и улепетывать. Понятно. Хорошо, я помогу вернуть твои пожитки. Отлично. Как я уже говорил, взамен я дам немного магических кристаллов. Хорошо? Можешь мне что-нибудь продать? Конечно, можно. Что у тебя есть? Зелье. Воровское зелье. Да, это хорошая штука, я знаю. Ржавчина. Расходный мастер по замкам. Этот свиток за считанные секунды заставит проржаветь любой замок. Мастер по замкам 16. Так, слушайте, а вот это интересно. Дайте-ка я возьму целых 3 штуки. Что еще у нас есть? Это свиток эксперимента. Так, ливень осколков, лечение. Воровское зелье поди-ка еще возьму. И все. Так, все. Сколько у нас денег осталось-то? Сколько у меня денег? Ну-ка. А, 6 тысяч. Да блин, дофига просто. Выносливость, проворность. Наверное, проворность будем качать. А, ну мне еще 3 штуки надо. Ну, специально, чтобы побольше крита нанести. Там уже 30 пойдет, ну и так далее. Так, дай угадаю, ты сейчас будешь жаловаться, да? Ну-ка, отойди, пойти.
Нет, не жалуются? Погоди, Пэтти, сейчас мы тут все своруем. Всех мы обворуем. О, серебряное блюдо, замечательно. Оно пригодится какому-то кушу. Так, пилу мы не можем взять. Ух ты, посмотрите, блин. Ой, блин. Рыба шива. Так, сундук. Да, такой легкий. Вообще ни о чем. Призыв адской гончей. Мы, кстати, это пробовали уже. Тягишевое спиртное. Так, неплохо наворовали мы с тобой, Пэтти. Вперед. Чувак, прости, но мы тебя обворовали. Или тебе плевать? Ну-ка, это что? Ох, ты... Что у нас прячешь, а? Ценное, ценное у тебя тут все. Так, а тут? Тут какая-то хрень. Или стоп, камни у тебя там, да? Нефрит. Тоже пригодится мне. Ну и все. Так, ягоды маки. Какое-то ты мне задание-то дал. Пэтти. А что, ее не взял, что ли? Вроде как взял. Пока, да-да, большой корабль нужен, точно. Поскорее возвращайся, приятель. Дуглас пропал. Конфликт, сладкая месть. Хорошо, найдем. Или ты знаешь, где искать? Да. Знаем, где искать. Бессмысленное существование. Страж Леонард. Ценное серебро. Ну-ка. Интересно, я могу? Да, конечно, не могу. А так прикольно было бы, если бы все серебряные блюдца показаны были, или кубки. Так, что он задумал? Бессмысленное существование. Так, а! Ну какого хрена? Я думал, на этом острове что-то интересное будет. Или все? На этом все заканчивается. Огневки. А, кстати, они нам нужны. У них яйца хорошие, которые нам понадобятся. Так, слава плюс 100. Так, яйцо гони. А, что, нету? Окей, погоди, Пэтти, погоди. А, ничего нет. Может, ты мне, кстати, что-нибудь расскажешь? А, нет. Не-не-не-не. Ну, мы с ней только что уже разговаривали, понятное дело. А, мы так уже быстро обошли практически, замечательно. То все-таки вы, ребят, что-то Ryzen 3 не особо любите. Я уже это понял. Вам GTA 5 и Papers, Please подавай. Я это уже понял. Ничего, ничего, скоро пройдем мы это все. Так, огневка, получай. Давай, добивай, добивай. Да что такое? Ну-ка, вот если выжидать. Нет. А, нет, критический удар. Ну хрен поймешь. То у нас, понимаете, ее ник. Ее ник, говорю. Короче, вот имя, да? Где подсвечивается, огневка. Оно то желтое, да, то. Вот такое вот бежевое. Вот я и не могу понять. Может, на что-то это влияет? Ну, вы увидите, если вы не замечали. Нет, тут тоже бежевое. Слава плюс. То. Так, ну сколько мы будем танцевать, огневочки? Сколько я буду кувыркаться с вами? Ну, блин. Нет, слушайте, их нельзя обшарить. А где ж яйца-то взять? А, вон яйцо вижу. Это же яйцо? Я думал, это гнездо. А там яйцо. А там ничего нет. Что за остров? Ну, нам, по сути, вот так и надо пройти. Давайте пройдем. Возьмем его пожиточки. По крайней мере. Потом, может, яйца найдем. Тут что-то... Думал, из них посыпятся яйца гурьбой. Но нет. Фига. Дьяволы эти, блин. Как в старые времена, да, Пэтти? Уничтожаем их. Bastards. Ублюдки. Правильно говоришь. Так, не-не-не-не-не-не-не-не. Ты уже, блин, тут плаваешь спокойно, да? Стоишь в воде. О! Смотрите-ка, тут...
Статуэтка это. Статуя здоровенная. Типа диких племен. Закопана. Какого хрена, спрашивается? Может, тут что-то есть? Огневка, да? Ну, блин, это хрень. Когда мы найдем-то ваши яйца, то я уже задолбал. Ну, ай, мимо. Да еще раз мимо, что ли? Ни хрена. А, ну прибыватель он нам не причинит вреда. Ты где, Пэти там? Ни хрена отскочила. Что-то Пэти нет. Ладно, Пэти, ты тогда побудь там. Ты поди-ка в воде. В воде она стоит там. Так, понятно. Нам тут одним придется выкарабкиваться. О, Пэти, замечательно. Только ты какого хрена стоишь? Давай, мочи, правильно. Критический удар. Еще критический. Оп. Хорошо пошло. Еще критический. Ок, замечательно. Золотой клевер. Он что-то дает, по-моему, да? Или ничего? Венец героя. О, выносливость плюс 2. Нет. Золотой клевер ни хрена ничего не дает. Золотой этот. Ладно, будем искать что-нибудь другое. Какие-то мухоморчики, может, мы можем взять, нет? Камни. Как интересно. Так, а где у тебя там клад или... Что там, чувак? Я вижу кости. Черепок чей-то. Все? Ничего тут нет? Ну, тут что-нибудь должно быть интересное, по-любому. Какой-нибудь, может, клад? Ну, неужто, а? Просто кости? А нахрена их сюда было? Ай, блин. Пещеру нам надо. Так, мне вот очень интересно, что будет, если мы вот так вот делаем. Клево. Только там... Ух ты. Это что за тварь такая, а? Я водяной. Бетоны. Ну, это хрень. Так, тащи свою задницу быстро, Пэтти. Помогай мне. Бетон это хрень. Я думал. Я их тоже встречал. Да, осторожней. Нет, не хрень. Ладно, беру свои слова обратно. Ни хрена. Ладно, давайте дальше. Плыть. Вперед. Весло чье-то. Опа. Ай, черепах! Ты меня напугала! Ну, не буду черепашку-то обижать. Снаряжение Леонардо, лопата. Мешок с золотом. Поди-ка потребует вернуть. 100%. Так, отдадим ему потом... ну-ка. Раковина. Хрень. Да! Ох, ну! Как замечательно, а! Давай, Пэтти! Руби! Он тебя тоже одолевает! Все, труп. Так. А обшарить его уже нельзя, да, если он в воде? Видите, как нехорошо получилось. Блин, сколько же тут этих тварей-то, а? Песчаный дьявол. А, смотрите, как они быстро ложатся, а? Черт, хорошо, что я критический урон. Удар, точнее, прокачал. Так. Ну-ка. Да, возвращаемся к чуваку. Эгдемаки. Ну-ка, может, тут все-таки можно что-нибудь взять? Ну-ка, огневка, иди-ка сюда. 100% где-нибудь яйца их должны быть. Или стоп, есть какое-нибудь задание такое? Дурманенный бус. О. Ну, конечно, их в особом месте только надо брать. Ну, тогда... Чё тогда? Будем сейчас искать. Ты... Господи, куда ты? Она за мной, офигеть! Эта тварь за мной. Чё, тоже спрыгнешь? Ни хрена. Знаете, под жопу. Ладно, к чуваку погнали уже. Пэтти, ну, ты разбираешься еще, что ли? Что-то ты долго. С той огневкой. Да, куда ты убрал-то? Да что ж такое-то? Все время забываю, что это, блин, вам не мушкет. Так,
Ёлки, ягоды, маки. Что-нибудь по-любому тут есть, если мы на гору саму... А, так мы... Понятно, тут просто обходной путь. На горе просто кости. No bad. Ну а ты как хотела? Ой, я был прав. Да, конечно, я был прав. Уходим, короче, отсюда. Все, все, я, у меня этого уже хватило. Тихо, огневок мы поубивали. Я думал, из них яйца будут трястись просто. Осторожней. Клево, мы чуть не умерли. Так, слабо повторить, Петти. Нет, видимо, слабо. Так, нам нужно как-то вот такой корабль здоровенный захватить. Ё-моё. Нехилый, нехилый. Так. Ну, сначала, естественно, мы разберемся с мелкими заданиями. Потом к магам надо. Ну, в общем, по стандарту. И лучше давайте Бонса возьмем. Он лучше прокомментирует это. Он же все-таки сам что-то какой-то друид. Поэтому его возьмем. Петти, да, она хороша, и у ней кое-что есть, что-то вот особенное в ней. Но, понимаете, тут все-таки ну, получше. Так, Леонард, вот, я нашел твое снаряжение. Ха, оно было в той же пещерке у подножия горы на севере? Да, там. Невероятно, теперь я могу вернуться к работе. Большое спасибо, ты заслужил несколько магических кристаллов. Вот, возьми, и еще раз спасибо. Три магических кристалла получено. Ага, а ну-ка погоди-ка. Продать, а у тебя они просто в свободном доступе-то есть? Кристальный факел. Смотрите, у него нет в свободном пользовании-то, ё-моё. Вот видите как? Это хорошо, что мы сюда идем первым делом, так как эти маги, к которым мы придем, они скажут: «Ах, ну-ка, гони-ка нам магические кристаллы». А я скажу: «А у меня нету». А так иди, забывай. Вот такая хрень-то и случится по-любому. Так, нам сюда. Мартышки, гориллы. Вот видели, да? Какой-то такой желтый был ник у этой мартышки. Во-во-во-во-во-во-во-во. Это означает, что... Критический удар! Ай! Ну-ка, если долго держать... И подойти. Такой хрени нет. Вот так вот. Хотя, вот видите, я опять критический удар. Я вот ни хрена не могу понять. Или это багуется, может? Какая-то сраная мартышка, блин. Пойти. Вот опять. О, желтый ник и критического не было. А теперь есть. Цветок череп. Я даже не знаю, стоит ли нам проходить-то через все это. Возможно, там ничего не будет, но я хочу разузнать. Я хочу все разузнать. Хочу все знать. Really hurt. Так, золотой клевер. Опять эти огневки, чертовы. Так, на берегу вроде ничего нет такого особенного. Так. О, смотрите, видели? Там какой-то... Да хватит, хватит кусаться. Какое-то растение необычное, да? Которое нельзя сорвать. А нахрена так фиолетовым-то подсвечивать? Ё-моё, ещё мажусь за вас. Из-за вот этих вот растений. Да, с критическим, конечно, ударом намного нам проще. О, ачивочка. Замечательно. Так, сохранение. Опа, а что это сохранение? Значит, тут какой-то выбор есть. Или еще раз сохранимся? Ну, на всякий случай, пожарный. Да, видите, все-таки надо куда-то ходить. В какие-то вот такие сраные места. Коу, а вот и ты. Ты меня ждал? Did you wait for me? Нет, то есть... Да, неважно. Ты все равно здесь, и это хорошо. Тебе и не нужно знать, кто ты. Не имеет значения. Слушай, я уже давно тут тебя жду. Мне нужна твоя помощь. Зачем ты ждешь меня? Зачем тебе моя помощь? Ну-ка. Я хочу в этих местах, но в этих местах забралось несколько теней. О, видишь как?
Вообще-то я хотел поохотиться на големов. Кто такие големы? Но эти тени неожиданно приплыли по морю и не оставляют меня покоя. Если ты нападешь на них, я дам тебе большую награду. Я уничтожу теней. Где я получу за помощь? Что я получу за помощь тебе? Не беспокойся, награда будет достойной. Что? Маловато будет. Маловато? Да, ну ладно. Как насчет... О-о-о! Этого хватит? Ладно, договорились. 2000, это что-то... Что так много-то? Такое чувство... Не, слушайте, ребят, по-любому все именно сюда поперли. Это я вот, может, такой особенный, что сначала хочу какие-то дополнительные миссии, а потом по основной сюжетной линии. Поэтому, видите, как получается даже хорошо. А так бы мы сейчас приплыли с какой-нибудь сраной саблей, и что мы бы делали? Мы хрен бы убили их. Ну, конечно, если бы Петти бы поддержала бы. Так, почему бы тебе самому их не убить? Я не могу, я ранен, моя нога, я ранен, понятно. Где эти твои тени? В самом центре маленького островка. Я уничтожу теней. Замечательно, не забывай о награде, я буду тебя ждать, я все понял. Все понял, мой друг. Я иду к ним, ни хрена вас там как много. Так, растение какое-то интересно. Или что это такое? Да, острый глаз. О! Пантера! Ё-моё! Смотрите, сколько нам урона-то нанесла! Какая гадкая пантера! Получи критический удар! Опа! Как хорошо-то пошло! Пантерка! Опа! О, промах! Это гадкая! Давай, киска, иди сюда! Ё-моё, слишком далеко свал плюс 200. С нее можно что-нибудь снять? Ну, шкура же пантеры есть, нам, кстати, ее давали. Попугайчик? Хрен, попугаев нельзя трогать. Может, они тут, я не знаю. А может, кто-то превратился в попугая, а? Зелье же есть. У многих острых глаз. Так, что он дает? Плюбасу, что это? Нет, ничего не дает, говно. Дальше говно. Какого хрена тени сюда-то подошли? Что-то я не понял. Что они тут забыли? Может, тут что-то есть такое интересное? Или пещерка, скорее всего? Сейчас посмотрим. А может, нас наоборот он заманил? Какие пираты там, знаете, такой облом нам сделали. Это как, помню, в GTA 5. Нас тоже на... А нет, тут-то ни хрена нас не обманывают. Правда? Сильный упырь и плюс какая-то там тварь интересная такая. Голем, что ли? А, болотный голем, ну это хрень. Сильный. Давай, танцуем. Сегодня мы с тобой танцуем. Давайте. Блин, странно, что сейчас критический урон не наносится. Видимо, сильные типа противники, и тут критический удар. О, того убили. Эх, что гад, а. Критический удар типа не наносится. Ну, тихо. Так интересно, а голем не хочет типа связываться, да, с нами? А, вот теперь он присоединился. Или нет? Нет, видимо, еще нет. Ждет, ах ты тварь-то какая, а? По три удара. Слушайте, реально сильный упырь. Ну, я бы не сказал, что уж слишком сильный. Слишком выносливый. Так, ты, тварь, пора тобой заняться как бы. Так, сейчас начнется. Ух ты! Нехило. Типа эту тварь надо уничтожить, да? Да, у меня пестик есть. Промах. Наконец-то. Так, магический кристалл, железная руда. О, с них, оказывается, магический кристалл-то и падает. Я только сейчас это узнал. Все, ночью все кошки серые. Так, провиант. Смотрите, у нас как быстро провиант заканчивается, а? Что ж такое-то? Так, сохранение. А, мы могли так пойти. Чё я ступил-то? Ну вот это точно растение можно как-то взять. Ну, смотрите, какое оно привлекательное. Ё-моё. Так, тени мертвы. Почему? Почему ты еще жив?
Проклятие, если что-то нужно, лучше сделать это самому. Ой, ебать! Это что такое еще? Это что такое? Хоу! Ё-моё! Ни хрена себе, такого я не ожидал. Тихо. А, ни хрена. Вот так поворот. 2000 золотых, а я сразу подумал, поди-ка подставить нас. Конечно, так случилось. Тихо-тихо. Игра теней. Что это за игра такая? Кость! Да ладно. О, черная жемчужина и золото 314. Ну, маловато, конечно. Угу. Да. Вот так нас и обдуривают. Давайте еще вот так обойдем. Хотя толку-то, наверное, нет. Да, толку нет. Все, вперед. Тут мы уже побывали. Вперед на остров. Обратно. Интересно, вот мы сейчас в Пэти... Что скажет этот босс или как там его? Колби. Нет, не будет диалогов. Типа у меня Пэти тут со мной, нет? У меня есть серебряная посуда. Принеси один кубок. 80. Ух ты! Нехило. Нехило, совсем нехило, ребятки. Так. Там я, по-моему, не был. Ну-ка, что там лежит? Поти, пока я гнила на острове, эти трусы тут веселились и нежились. Окей, история пиратов. Нож, пистолеты, сырая рыба. Посмотрите, кальмарчик тут. Ой, блин. Обезьяночек. Как-то эту обезьянку можно приручить. Ох ты, смотрите-ка. Там сундук. Вот оно чё. Так, тут ничего не... О, тяжелый мешок с золотом! Мы бы сейчас его пропустили. Я бы охренел. 100 золотишко. Это на дороге не валяется. Хотя в этой игре валяются как раз. Тут много чего валяется. Так, вино, ржавчина какая-то интересная. А, ну это, чтоб замок. Точно, чтоб замок прогнил. Вперед, давайте посмотрим. Сырая рыба. Обязательно посмотрим. Кстати, сейчас ночь, по сути. Поэтому они должны спать. Наши братки-то, правильно я говорю? Давайте посмотрим. Ты чё не спишь? Прости, мне мое любопытство. Ты тут новичок? Мы, кстати, с ним не беседовали какого-то хрена. Я недавно сошел на берег. Руйнес Симонес Мускру Эмигрант. Что? Я лишь слегка поупражнялся в языке ученых. У тебя что, дефект речи? Я мог бы задать этот же вопрос тебе, но я объясню. Я даже служил на корабле Инквизиции, однако моего капитана задела одна досадная оплошность, и... Теперь я здесь готов помогать страждущим. Так, над чем ты работаешь? Вряд ли мое изучение местной фауны будет тебе интересно. На свое время я... Здесь камелиосинтенсис. К сожалению, мой последний образец этого растения погиб, не выдержав влияния среды. Да, мне на самом деле это реально неинтересно. Мне больше всего интересен твой сундук. Когда же ты заснешь-то, ублюдок? Так, тебе помочь раздобыть растение? Еще как, и ты с твоей проницательностью стал бы отличной кандидатурой. А он растет на возвышенностях, куда невозможно забраться человеку. Но у меня есть решение проблемы. Я подозреваю. У меня тоже еще другое растение. Да, я слушаю. Так, я пробудил тебе интерес, чудесно. Внимательный слушатель всегда кстати. Ну, скорее всего, надо это попугая применять. У меня есть туземная кукла. Ну, как я и сказал. Она может превращать человека в попугая. Способность этого существа летать означает, что высота нам больше не помеха. Не желаешь ли стать моим подобным кроликом, добыть растение с помощью куклы? Дай мне куклу, а я достану тебе растение.
Отлично, вот, держи. Советую тебе искать растение на каменном плато к югу отсюда. Ай, блин, где мы, вернулись, что ли? Надеюсь, что нет. Как у тебя оказалась кукла Вуду? Чтобы показать свои добрые намерения, я поделился с ним едой. Взамен он дал мне куклу. Ясно. К сожалению, подобное поведение редко среди местных пиратов. Так что неудивительно, что вновь обретенное доверие было вскоре утеряно. Ага, понятно. Могу ли я поточнее узнать, где можно найти растение? Попросту говоря, нужно сделать вот что. Иди по пути, который ведет отсюда в джунгли, а потом придерживайся юга и юго-западного направления, пока это позволит почва. Когда идешь до туземной лощины, увидишь несколько каменистых плато. Внимательно осмотри склон утеса, что слева, там должна быть постройка, возведенная туземцами. Чтобы добраться до постройки, тебе понадобится кукла. Но будь осторожен, другой куклы у меня нету. Ага, то есть, нет, не надо возвращаться нам на остров, тот мы там, видимо, все делишки сделали. Так, чему ты меня можешь научить? Да без сомнения могу, красноречие. Интересно, давай. А, я еще даже не хорош. Проворность 20, зельеваривание, алхимия, мастера ритуала. Муление 25. Ладно, насрать на это, ты можешь мне... Да, дай, да куда ты? Все повторяю. Спрашивай. Что ты знаешь, Акили, как ты уживаешь с пиратами? Да нахрен мне это спрашивать? Это какие-то, знаете, такие хреновые вопросы. У тебя, блин, всего... Так, чувак, надеюсь, ты спать ложишься? Ха-ха-ха, это хорошо. Это очень хорошо. Так, Пэтти, ты готова? Мы собираемся на дело, нефритик, иди сюда. Сундучок у тебя хороший. Кроватка, яблочко. Магический кристалл, ром. Чувак, ты, конечно, охренеешь, когда увидишь, что тут не хватает пару вещей. Но... Вот такой я вот. Все. И сундук у тебя говёный. Запомни это. Я отменил, вы прикиньте. Ой, я лошара. Это ж надо было. Только прокрутился и уже отменил. Так, пронзающий клинок. Колющее оружие. Сколько оно стоит? 40? Цена при продаже. А что, шпага с круглой родой? Что за нефрит? Ладно, важный ингредиент улучшил вашу выносливость. Питака алхимика. Чувак, у тебя полное говно. А, вот. Что происходит? Да уже ничего, я все обокрал у тебя. А, стоп. Да я тебя не спрашиваю. Так, Садык. Как там тебя взять-то? Я даже не помню. А, он даже ничего не говорит. Да-да-да, чувак, господи. Так, тут мы уже побывали. Все, теперь нам надо идти вперед да вперед. Так что вперед. Их потревожили, проникают в наши сны. Я не хочу идти спать, я же вам, ребят, говорил. Так что... Или стоп, сначала мы... Так, журнал, квизитор, экипаж... Цены. Серебро, птица, каз, корабельный врач, он в восторге места флора, флора и фауны. Он полагает, что на горе есть... Ну-ка, это куда надо идти? Да, это вообще в жопе полнейшей. Ладно, сладкая месть. Мы не тоже не знаем, где это. Конфликт. Поскорее возвращайся. Вот. Вот что нам надо сейчас. Так. Кстати, погодите, проворность, может, прокачаем... О-о-о-о-о-о-о-о. Так, 10 тысяч славы. Мы ловкость можем качнуть 99%. Ну, на этом острове навряд ли мы 99 где-нибудь найдем взлом замков, да и сотку. Так что 90 вполне хватает. Потом уже будем все это прокачивать. Значит, яйцо огневки сейчас мы достанем вот здесь, да? И... Сейчас, погодите. Советую тебе не привлекать их внимание. Ну, окей, не буду. Так, где там чувак-то этот был? Так, Бадди. Квин. Готов метать, карманы кражи. Ну, я не хочу... Хотя... Ну, когда готов метать ножи...
Конечно, но тебе меня все равно не победить. Начнем. Ух ты, ни хрена, и вправду мини-игра. Блин, как в Assassin's Creed 4. Все уж скоммуниздили. Ух ты. Заработай больше очков, чем соперник. Держать, начать целиться. Промахнулся, что ли? Так, окей. Метнуть нож. Тут поди-ка на середину надо. Ой. Два. Ну, я пока выигрываю, заметьте, смотрите. У меня два, у него ноль. Так, ну я все понял. То есть там, смотрите, три шкалы. Ну, все понятно. Если верхнюю, то вверх попадем. Если нижнюю, то низ или в середину. Так. Чем больше, да, надо? У тебя 5 очков? Ты же в единицу попал или в середину? Смотрите, там четверка и перечеркнута. Это пятерка, что ли? Ах ты говнюк. Нехило, нехило. Значит, мы так же... Так, в нижнюю надо попасть. Опа! Блин, походу... Ах ты, ублюдок. Понятно. Сложно тут. Так, двойка. Да черт! Ну, ребят, сами знаете, что с первого раза у меня плохо что выходит, поэтому... Так, верхнюю, да? Ну, верхнюю-то я могу, наверное. Охренеть просто. Так, ладно, кидай. Ну, конечно, мы два раза в пятерку попадаем. Замечательно, я не могу попасть. Ну-ка. Вперед. Опа. Ай, двойка. О, смотрите, нет, я попал. Семерка. У нас последний нож. Опа. Стоп. А, так мы только... Можем набрать 12 на 12, ну и чё? И кто тогда победит? Ё-моё, да ну нахрен, вы проиграли. Замечательно. Ну, так, готов метать? Начнём. Ну, теперь я-то знаю, как кидать. Давай, чувак. Оп, в двоечку. Ну и лох. Сейчас мы с вами попадём в пятёрочку, надеюсь. В середину надо попасть. Я ложанул. А не, смотрите, прям пятерка. Черт, шикарно. Ну-ка. Сейчас он тоже попадет. А, он в четверку. Гад. Гад. А туда можно? Так, ладно. Ух ты. Куда мы попали, в двойку или... А, мы в двойку попали, блин. Даже не в четверку, а! Ну он в четверку, конечно! 10 очков! Ах ты! Ах ты гнида, а! Какая! Так, ладно. Можем попасть. Нет, не можем. Да что ж такое-то? Опять два! Так, еще два ножа у нас. Ладно, мы можем выиграть, если он сейчас. Он тоже, блин. Надо в пятерку целиться. О, шикарно. Так, в середину. Главное... Опа! Ну-ка! Есть! Он может тоже сейчас попасть в пятерочку. Тогда хрен его отыграешь. Хотя нет, мы можем... Ух! Ну, слава богу, мне удача... Наконец-то! Я даже, смотрите, 18, вы победили! 15 золота, он... Проклятие, ты победил, вот твой приз. И поскольку ты победил первый раз, мы выпьем. Так ты лучше прочувствуешь победу. Заманиваешь меня, да? Дешевое спиртное. Так, ладно, нет, опять по 15. Я думал, там увеличиваться будет по сотке и так далее. Так, чему ты меня можешь научить? Кинжал, критический удар. Вот видите? 45? Как 45? Стоп! 42 только. Ё-моё! Так, это проворность и дальний бой, что ли, тебе? Так. И дальний бой, 45. Я что-то...
Губу раскатал, ребят. Ну тогда... Давайте, что ли, вот так вот. 39. Влияние. Сколько у нас? 6000 славы. Дальний бой. Дробовики, мушкеты. Видите, после 49 уже вон сколько идет стоимость. Так, так разделим пока что. Влияние, красноречие, запугивание. О, смотрите, у нас запугивание 36 уже. О, как хорошо. Или все-таки, стоп, с мартышками давайте прокатим дело. Стоять. Так, отменим. Где ты там, чувак, Бадди? Чему ты... Да какой продаешь? Научи меня. Так, дрессировщик обезьян, влияние 40. Это мы можем, кстати, прокачать влияние. Нет, не можем. Влияние 40. Сколько там славы? 4000 надо. Ладно, давайте так пока разделим. Да, применим. Вносливость может. Не, нафиг пока не будем. Ладно, продолжаем. О. А морские звезды нельзя, что ли, подобрать? Нет, нельзя ни хрена. Так, сырое мясо, сырая рыба. Все жарим с вами. Как всегда, я забываю нажимать. Нет, больше я в джунгли не пойду. Окей, а вот я пойду. Давай скорее покинем этот остров, Хэнк. Окей. Слушайте, я должен его обязательно в команду взять. Жалко его не взять.